такие программисты? Они загружают в роботов, которые собирают конструкторы, а они в них загружают какую-то информацию, чтобы они это именно делали. Программисты – это те, которые создавали роботы, искусственные интеллекты. И новые программы, чтобы люди могли как-то видеться и могли знать, с кем что происходит. Делают игры, создают мультфильмы, фильмы. Делают программы на телевизор, на компьютеры, на часы, телефон и так далее. А что такое языки программирования? Слова действий на английском языке. Ну там какие-то цифры, пин-коды. Языки там разных игр. И говорит компьютер, что он нашел программу. Что надо знать, чтобы работать программистом? Это надо быть знать, очень, как устроен компьютер. Это знать, что все-все-все на свете. Ну не прям все-все. Ну почти все-все. Ну, да. Во-первых, язык программирования. И надо уметь пользоваться компьютером и уметь создавать программы. Нужно знать, как создавать игру, если ты что-то не то поставил, надо знать, как это все надо убрать. Учиться в программистной школе, чтобы стать программистом. Как думаете, какая зарплата у таких специалистов? 35-40, а может даже и 100. Смотря какие игры. Ну, тем более они должны понравиться. Ну, мне кажется, где-то 1-2. Очень! Ну, я так думаю, немного. Ну, не прям так много. Много. Ну, вот сколько примерно, как по-моему? Ну, так думаю, 50 тысяч. Я так думаю, 1100. Может, 50 за час.